все понятно, что такое субопорядок? Да, ваше число. Правильно, Дмитрий сказал, вы согласны на постановление? Да, согласен. Это учение государственного мнения. Да, в институте тоже полагаю, возможно рассмотреть дело в особом порядке, принято с принятым решением. Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке. Государственные обвинители, какие данные по личности необходимого из материалов дела желаете исследовать? Уважаемый судья, попросила бы исследовать в том и втором, на листах дела 220. Обязательства. 220 обязательства явки, да. 222, 224 копия паспорта. Подсудимого 225 свидетельства о регистрации транспортного средства, 226 копия страхового полиса, 227, 228 административная практика. На подсудимого 229, 230 сведения о судимостях, сведения медицинской авиации, 231 сведения врача-психиатра, 232 врача-нарколога, 233 характеристика, 234 также характеристика, 235-239 рекомендации. В томе третьем я просила бы исследовать на листе дела третий чек на сумму 200 тысяч рублей. Обсуждается ходатайство государственного обвинителя об исследовании материалов. У кого-либо из участников имеются возражения перед исследованием указанных материалов? Возражения нет. Суд постановил удовлетворить данное ходатайство. Исследовать предложенные государственным обвинителем материалы за исключением тома 2 листа дела 220 обязательства явки, поскольку данный документ никак не характеризует личность судимого. Так.